включаем другого. 10-2. Итак, лучшая танцевальная дуэт группы «Дети 2М класс». Победу в этой группе одержали Артём Шкирёнок, Марина Веревьёва, Мил, БПТ, тренер Елена Картенко и Дарья Зубова. Ступенькой ниже на пьедестале будут стоять Андрей Малевич, Лаура Липская, Минск, Стигма, тренеры Артём Козыра и Елена Козыра. Бронзовые медали в этом финале завоевали Алексей Макейчик, Алиса Скуратова, Минск Демон, тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Позицию у самого пьедестала занимают Евгений Пульский, Ульяна Давыдовская, Минск Демон, тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Пятое место. Глент Галлиев, Мария Пустовит, Лиз Айден, тренеры Кирилл Гиско, Дания Гиско. Шестая позиция. Максим Миничик, Августина Акулова, Заславль Акцент, тренеры Сергей Анастасия Подкас. Ну что же, и замыкает великолепную семерку пара фонограмм 315. Ярослав Никубовский, Елизавета Мельгуй, Минск, ППТ, тренеры Елена Картенко и Дарья Зубова. Конечно же, порция аплодисментов финалистам. А как же? Друзья, провожаем их с паркета. Благодарим за участие в нашем турнире. И переходим к награждению соло категории, которую выиграл Максим Бурбенков под номером 272. Минск, Стигма, тренер Артём Козыра, Елена Козыра. Второе место. Александра Турлина, город Бобруйск. Замыкает тройку лидеров Никита Минчик, номер 283. Заслава акцент, тренер Сергей Анастасия Подкас. Четвертое место. София Карповская, номер 256. Минск. Шаг, тренер Роман Абрамов. Пятое место. Яна Войсет, Лида Переденс, тренер Виктория Лежнева. И шестое место в этом финале Ксения Гавриловец, Минск, клуб «Шаг», тренер Роман Абрамов. Ну что же, друзья, именно так распределились места позитивной соло-категории группы «Дети 2М». Самое время показать родителям, сколько зубов вы с собой взяли на турнир. У каждого должно быть штук по 50, не меньше. Провожаем спортивную группу «Дети 2М».